Привет! Всем привет! Приглашаем вас приготовить вместе с нами сладкие сэндвичи, да? Для этого нам понадобится любое варенье, банан, киви, ну, что у вас дома есть, то и пригодится. Украшения. Булочка. Булочки. И зубная паста. Нет, это не зубная паста, это шоколадная паста. Понял? Да. Мы ее будем намазывать на наши булочки. Давай, вот тебе ложечка. А, подождите, масло еще сливочное дать. Вон. Еще нам понадобится сливочное масло. Мы будем смазывать булочки с одной стороны сливочным маслом, а с другой шоколадной пастой. Ты чем будешь смазывать? Шоколадной пастой или маслом сливочным? Ну, конечно, мы будем смазывать шоколадной пастой. Кто бы сомневался. Держите ложечку, Андрюша Михайлович. Берите булочку. Я вам сейчас покажу, как надо. Я буду маслицем, а ты будешь шоколадной пастой. Да. Вот берешь булочку. Ого. И вот так вот намазываешь. Я буду маслицем, а ты будешь шоколадной пастой. Ну ты отодвинь масло-то шоколадное, пасту шоколадную, чтобы тебе не мешало. Вот такое вот масло мы намазали. И пока откладываем в сторонку. Вылезла. Ничего страшного. Вкусная паста шоколадная? Да. О, какая вкусная. М-м-м, а масло сливочное какое вкусное. Ой, прям вкуснота вкуснотеева. Да? Я у тебя тоже масло, пасту возьму шоколадную. Возьми, пожалуйста. Потому что мне надо соединить. Не получается, у меня масло соединить. Нет, с этой стороны домазывай, и у тебя будет готовая булочка. Так, вот так вот шоколадная паста намазалась. Какой? Нет больше. Так добавляй, а что ж, нет, глянь, тебе еще сколько пасты. Облизуй и потом еще. Нет, не облизуй, ты лучше намажь булку, а остатки потом облизуешь. Ой, тяжело. Ну зачем ты туда вглубь-то лезешь? Краешку бери. О, видишь, у тебя как? А тебе бы хотелось все облизнуть, да? Угу. Сразу все? Ты счастливый человек. Давай я тоже намажу пастой. Спасибо, да? Да. За что? За то, что я все это да. тебе делаю, помогаю, да? Угу. Ну конечно, что ж плохого-то в этом? Угу. Это даже очень ловко получается угу. у нас, да? Теперь нам надо взять кусочек, вот, допустим, ты свой кусочек взял, и раскладывай по всему кружочку банан, да. Так. Чтоб все хватило, все закрыло. Угу. Так. Вот двое взял. Нет, разъедини, а то будет толстый. Так, ага. Руки-то мы точно помыли, да? 5 раз на дню моем их. Так, и еще вот сюда, наверное, поместится один бананчик. Такой вот. Угу. Потолочь. Да, вот. Так, вот так у нас получилось. Мы накрываем той стороной, где смазывали булочку маслом. Это я взял. И закрываем. Так, Андрюш, пока я буду тут показывать, рассказывать, ты еще один делай. Сверху вот это мы смазываем тоже сливочным маслом, только не очень сильно, чуть-чуть добавляем, слегка, потому что мы будем их обжаривать на сливочном масле. Да. Вот должно получиться вот такое вот пирожное, да? Да. Оно прям будет вкусное, как пирожное. А я хочу попробовать с вишней сделать. У тебя будет банановый сэндвич, а у меня вишневый. Нюху. Бабушка, видишь, забывает, как эта ягода называется. Старенькая. Я потом тоже у меня будет. Конечно, и у тебя сейчас все будет. А куда оно все день? Так, накрываем. Я накрыл. Вот, накрываем. Так, ты хочешь... Вишневую? Угу. Давай. Вот вишня. Маш аккуратней, а я вот сверху сливочное масло добавлю. Чтобы у нас
все наши сэндвичи были покрыты сливочным маслом. Только много не надо. Размазывай по всему, по всей булочке. Размазывай. Так. Если упала. А, в рот пойдет. Да? Вытирай руку. Вкусную вишню бабушка делала. Как, на что она похожа? На варенье или на киселек густой, mm-hmm. да? Mm-hmm. Это киселек густой, это очень вкусно. И водичка такая. Ну, водичку я бы не сказала, что сильно похожа, но пусть будет водичка. Сейчас пойдем жарить наши сэндвичи. Да, сэндвичи пойдем жарить на плиту, да? Разогреем сковородку. Распустим там сливочное масло и обжарим с двух сторон. Так, у нас получились сэндвичи сладкие. Вот такая начинка. Шоколадная и вишневая. Это вот с вишней. Бананы такие же. Это очень вкусно, да, Андрюш? Ну попробуй шоколадку. На, попробуй. Ну я буду тогда пробовать сегодня. Новый возьмешь? Ну да, ну вот возьми вот этот вот. Нет, вот это. Ну доставай тот, доставай. Он закреплен. Почему? Ну вот, его прям полностью бери. Давай, пробуй. Нет. Почему? Я вот половинку. А, ну давай половинку дам. На, пробуй. С бананами. Вот эту. Вот эту попробовать? Да. Давай эту попробуем. Какой ты, Андрюш, противный, оказывается, а? Уже свалится в тарелька! Давай, кусай. Я жду только вишню. Давай вишню. Я люблю только вишню. Давай, давай. Вишню? Вкусно? Угу. Ну, прощайся со всеми. Всем пока. Сейчас тоже все пропитал. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пока-пока! Готовьте вместе с нами, пока!